Парк Зернова готовится к встрече Нового года. Окунуться в сказочную атмосферу саровчанам поможет праздничная иллюминация. Парк уже сейчас приветливо встречает гостей мерцанием ярких огоньков. У нас уже прошло оформление, созданы праздничные две аллеи. Одна аллея от театрального съезда и к улице Зернова, и следующая аллея от проспекта Мазурукова и по направлению к пойме реки Сатис. На ней разместились сказочные морозные узоры в виде световых консолей на световых опорах, ведущих на этих аллеях. Здесь можно заглянуть в новогодний подарок Дедушке Мороза, посидеть в карете Золушки и сделать пару новогодних снимков в двух специально оборудованных фотозонах. Уже иллюминированы фонарь желаний и ротонда. И украшение парка продолжается. К Новому году здесь появятся две арки желаний у поймы реки Сатис. В центре установят большую ель. Другую новогоднюю красавицу украсят работами, которые горожане представили на конкурс «Подарок для елки». Первоначально мы планировали разместить их на центральной елке, которая разместится в центре парка. Но так как работ очень много, и мы не стали выделять отдельные работы для оформления, мы их абсолютно разместим все. Мы выбрали на детской площадке большую ель, которая растет у нас 25 метров, и на эту ель мы разместим эти работы. То есть еще одна елка будет украшена в парке. Также в детском парке появится живая иллюминированная ель, которая будет создавать новогоднее настроение в старой части города. С 30 декабря по 10 января из радиооповещателей будут звучать новогодние мелодии. Туда войдут 220 треков, которые будут сменять друг друга. Естественно, это будет музыка о зиме, о Рождестве и о новом наступающем 2021 году. Мы надеемся, что следующий год нам принесет больше удач, больше побед, здоровья, и все будет хорошо. Иллюминация будет радовать саровчан до старого Нового года. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.